Serzh, Sargsyan. Есть ли замечания по повестке дня? Сейчас начинается третий этап. Мы переходим к новому уровню безопасности. В перспективе возглавить ОБСЕ, не снижать активности. В ОБСЕ наработан большой опыт по гуманитарным измерениям ОБСЕ. Мы предлагаем расширить число корзин и институтов нашей организации. Можно отразить принципы согласованной валютно-финансовой политики, экономического сотрудничества и интеграции. Структуру ОБСЕ целесообразно дополнить советами по энергетической безопасности, экономии. Считаю, что в ОБСЕ было бы полезным наладить... Нурсултану Назарбаеву. Позвольте поздравить сейчас господина президента с этой знаменательной... And the human rights. Янас Ленартич. Монтажи, короче. Андрей,